Теперь Сирия. В восточном Каламуне, который недавно освободили от боевиков, открылось движение гражданского транспорта. Мирные жители могут свободно ездить на личных автомобилях. Кроме того, заработал пункт набора добровольцев в сирийскую армию. Люди говорят, что хотят как можно скорее уничтожить последний оплот террористов в республике. Одновременно продолжаются переговоры с экстремистами о возвращении к мирной жизни. Как передает агентство САНА, удалось достичь соглашения в Хумсе. В ближайшие 48 часов боевики сдадут правительственным силам оружие и бронетехнику, а также предоставят карты минных полей.